В Шымкенте открыли библиотеку на 2000 мест вместо старой 1977 года. В книжном фонде около 40 тысяч книг. Есть электронные издания и доступ к интернету. Это первая типовая библиотека, построенная в городе за последние 5 лет. Я увлекаюсь творчеством казахских писателей, а здесь есть много их произведений. Если не можем найти какую-то книгу, то можем поискать через интернет. Очень удобно сделали. Раньше такого не было.